Ну вот, сегодня 28 мая, уже яблонька отцветает, это антоновка, это вот одна из молодых тут порослей, уже сколько, наверное, ну лет 7-то точно тому дереву, а то и 8. Это у нас вот старая, тут вот все заросло, вишня войлочная. Тут еще руки не дошли убраться. Тут немножко клубничку посадила, флоксики, мелисса. Вот мамина розочка только-только отходит. А то боялась, вообще замерзла. Там у меня хоста тоже кое-как перезимовала. Это вот я флоксы пересадила сюда вместо клубники. Что-то тут темновато, конечно. Ирга уже закрывает. Ну, тут участочек небольшой и тени много, поэтому это вот моя любимая клумба. Сейчас вот тюльпашки такие вот отцветают, петушочки. Сейчас табак посажу, вон гипсофила тоже маленечко уже подросла. Тут вот жимолость надо два кусточка рассадить. Бабушкина турецкое мыло. Сейчас он тоже там насеяла возле вот вил, торчат. Надо тоже в новые места, чтобы она хорошо разрасталась. Это вот галочка мне давала такой цветок, желтые солнышки. Тут клубника в том году осенью посадила, тюльпашки, чесночок. Это вот иошта, такой смесь крыжовника со смородиной. Тут, похоже, два кустика красной смородины. Ну, вот алиум там. Все потихоньку осенью рассадила. Посмотрю, как будет приживаться. Там и флоксы, и гортензия вот такая тут деревце сидит. Здесь вот куст смородины выкопала. Один посадила, один еще нет. Там вот забор. Тут вот замерзшая моя гортензия. Такая красивая. Ну, кое-как отходит. Прям жалко-жалко. Фиолетовые мои тюльпаши тут совсем раскрылись. Вот какой алиум красивый. Яркий, фиолетовый. Свекольный даже. Тут маленько вот золой побрызгала клубничку. Вот солнышко садится. Тут, ну, мало света. Вот здесь совсем темный угол. Вот. Ну, посмотрим, в общем, где что будет прирастать. Сегодня никого не было. Родственники на неделе приезжают, поэтому нам хорошо. Это здесь вот тюльпаны тетя Валя, ой, тюльпаны говорю, пионы пересадила. Они все цвет набрали. Вот когда они зацветут, мы будем в Красноярске. Здесь клубника вон. Такие огромные кустища. Ну, какой-то сорт, в общем, мама тут. Гигантелла. Это вот бабегалина ромашка. Вот уже маленько разрослась. Эту я перекапывала. Тут тоже пиончик. Вот здесь вот у меня интересная. Это гортензия кустовидная. Вот кустовидная гортензия. Маленькая. Только-только оклемывается. Вот это у меня, к сожалению, замерзла, не знаю, насколько уж это идет, но будем надеяться. Там вот пошли побеги. Не трогаю ее уже, как уж придет в себя. Так, что тут у нас? Вот, хотела водосборы показать. Это у меня в том году я из семечек такие вот вырастила. Симпатяхи. Такой вот желтенький распускается. Но вот этот вот самый красивенький.